Центральным районом судей в День семьи, любви и верности приговор выслушали сожители, которые зарабатывали на продаже наркотиков. Женщине 46 лет, ее избраннику 37. Оба нигде не работали, имели зависимость. Общими они решили сделать не только вредные привычки, но и заработок. На след фигурантов оперативники вышли достаточно быстро, те особо и не маскировались. Еще в 2015 году была проведена так называемая проверочная закупка, в ходе которой полицейский под прикрытием купил у пары два свертка синтетики. Сделка проходила на улице Гагарина, у дома, где жили фигуранты. Мужчина получил от покупателя деньги и ушел в подъезд. Через пару минут Хабаровченко выбросила из окна товар, после этого за сожителями наблюдали. Тем временем сообщники цифровизировались. Они решили вести дела с помощью интернет-ресурсов. Якобы так безопасней. С этой целью в интернет-ресурсах они на различных сайтах приобретали наркотические средства в крупных размерах, в дальнейшем расфасовывали данные наркотические средства и распространяли путем раскладывания их в различных местах на территории города Хабаровска с дальнейшим направлением информации также на указанные сайты. Сожители-подельники на некоем сайте начали вести переписку с человеком под ником «Молоко». Личность этого участника группы не раскрыта. Он дал паре адрес закладки, где хранилось почти 20 граммов метилэфедрона. Горожане должны были расфасовать наркотик на мелкие партии и спрятать в разных местах по городу. Затем они связывались с интернет-подельниками и сообщали тому адрес. За каждую закладку молоко платило им от 200 до 300 рублей. К моменту задержания за один день фигуранты успели спрятать 9 таких пакетиков на улицах Ленина и Ремесленной. Схватили сожители с поличным, при себе у них было 39 разовых доз метилэфедрона. Подсудимые вину признают частично. Наркотики они якобы приобретали для себя. Судью они просили строго их не наказывать. Пара хочет обзавестись детьми. Приговор Хабаровченке 10 лет и 3 месяца в колонии общего режима. Ее сожитель будет отбывать такой же срок в условиях строгого. С места происшествия Юлия Рябцева и Андрей Алферов.